Добрый день. Mirror Fisher Cube. Это зеркальный аналог обычного Fisher Cube, который в свою очередь является шейп-модом обычного кубика Рубика. Зеркальный Fisher Cube собирается так же, как обычный, только проще. Отличие в том, что у него все стикеры одного цвета, в данном случае золотого, и слои имеют разную толщину. Подобно как у обычного кубика 3х3, есть шейп-мод Mirror Blocks. Тоже элементы одного цвета, слои имеют разную форму, разную толщину. И собирать нужно, ориентируясь именно на форму. В перемешанном состоянии он также меняет свою форму. Сборка начинается, очевидно, с креста. Находим самый длинный центр, к примеру, вот этот. И к нему подставляем самые длинные ребра. Можно начинать, наоборот, с самого короткого, подставлять самые короткие. Но я буду показывать именно так. Поскольку все ребра одного цвета и они одинаковые по форме, просто в любом порядке расставляем их в нужное положение. Одно, второе. Третье. И четвертое. Так же, как у Fisher Cube, нужно развернуть центры. Но поскольку центры тоже одноцветные, их ориентация важна только при повороте на 90 градусов. Мы видим, что три центра стоят правильно. Вот этот центр развернем. Для этого повернем так, чтобы ребро креста стало сверху. Отведем ее в сторону. Повернем центр в нужное положение. Вернем на место. И соберем крест. Правильно, крест собран. Дальше можно, конечно, собирать как в методе для начинающих. Вот у нас углы. То есть, чтобы поставить этот угол сюда, нужно сделать один пиф-паф. Вот этот тоже один пиф-паф. Собираем дальше. Здесь один пиф-паф. Все как в обычном кубике 3х3. Да, неудивительно, что иногда ребра будут вместе с углами вставать на свое место. Даже в методе для начинающих. Ну и вот этот угол. Три пиф-пафа. То есть ориентируемся, что вот этот треугольничек как бы белый цвет, как в обычном кубике Рубика. Далее собираем ребра. Вот ребро. Поставим его отсюда сюда. Стандартным алгоритмом из методики для начинающих. И остается у нас одно ребро. Вот оно. Первые два слоя собраны. Покажу еще раз сборку первых двух слоев, но уже методом F2L. Поскольку в зеркальном Fisher Cube все элементы очень похожи, у нас всегда будет образовываться куча пар на верхнем слое. Вот, к примеру, одна из них, которую можно поставить сразу. Сразу образует следующее. Тоже ее ставим. Видим, к примеру, вот, типовая ситуация. То есть здесь можно сделать три пиф-пафа. Можно извлечь пару и вставить ее на место. Ну и остается у нас вот угол, а вот ребро. Можем сразу сделать пару. И вставить на место. То есть на этой головоломке самый простой F2L, который только может быть. Дальше. Как и в обычном Fisher Cube, здесь может быть псевдопаритет.
Сейчас его не получилось. Мы видим, у нас получился крест. Но может возникнуть и вот такая ситуация, когда у креста только три уса, либо один. В этом случае нужно решить псевдопаритет одним из способов. Либо по методу для начинающих, к примеру, поставить какое-то ребро на место вот этого, и потом, когда оно поднимется наверх, вернуть его на место. Тем самым мы его развернем. То есть эта ситуация равносильна вот такой обычном кубике Рубика. То есть вот это ребро нужно развернуть. Кубики Рубика можно сделать нехитрый алгоритм, и оно развернется. Этот алгоритм я уже не раз показывал, есть отдельное видео, если хотите, можете по ссылке посмотреть. Извлекаем пару, разбиваем на трехходовку и загоняем. Без разницы, какое ребро извлекать, поскольку они все одинаковые, то есть, ну, с любого положения. Ну, как видим, у нас получилась галка. На самом деле это галстук. Да? То есть у креста два уса. Если два, четыре или ни одного, это значит псевдопаритета нет. Если один ус или три, значит псевдопаритет есть. Ну, делаем галстук. И куб собирается. То есть на зеркальном фишер-кубе PLL всегда скипует. Почему? Потому что ребра одинаковые, их не нужно переставлять. И углы тоже одинаковые, их переставлять тоже не нужно. То есть достаточно сделать крест F2L и OLL любым способом. Методом для начинающих, в одну формулу, как угодно. Это не суть важно. Главное, что мы, сделав OLL, получаем сразу собранную головоломку. На всякий случай покажу пример сборки с объяснениями. Вот так у нас замешана головоломка. У нас всего два квадратных центра. Выбираем тот из них, который длиннее. Ну и собираем крест. Два. Три. Ну и специально сейчас сделаю так, чтобы не пришлось разворачивать центр, чтобы было интереснее. Все, можно этого и избежать, изначально правильно ориентировать центры. То есть у нас три центра стоят правильно. Вот это нужно развернуть. Поднимаем, разворачиваем. Опускаем. Видим, одна пара уже встала на место. Собираем остальные. К примеру, вот угол, вот ребро. Получили пару. Дальше. Вот ребро, вот угол. Ну, еще один. Вот у нас угол и вот ребро. Поднимем наверх. Да, получим такую ситуацию. Разобьем на трехходовку. Да, и сделаем трехходовку. Получили псевдопаритет. Произвольную пару достаем. Разбиваем на трехходовку. И загоняем. Получили OLL. Ну, в данном случае можно методом для начинающих перевернуть. Ну, я вижу, что это рыбка. А в некоторых случаях, когда у нас два угла неправильно ориентированные, трудно догадаться, что это восьмерка, уши. Ну, на самом деле можно. Но если возникают трудности, просто берем таким образом, как в методе для начинающих. То есть вот он уголок. И делаем просто пиф-пафы.
Делаем 2, смотрим. Вот уголок встал правильно. Подворачиваем следующий. Видим, что вот этот цвет как бы желтый, направлен вверх. Значит, нужно делать еще 4. И все. Собрав левел, мы получаем собранную головоломку. Это один из простейших шеф-модов кубика 3 на 3. Тренируйтесь, и все у вас получится. А на этом все. Всем спасибо. Всем пока.